Так, 7 ноября 2019 год, Харьков, метро Героев Труда. Что здесь сейчас интересного, помимо того, что плюс 16 градусов? Так, это Дафи, торговый центр Дафи. Сразу за ним находится караван. Вот стоит знак эпицентра. Это строительный магазин. Он находится сразу, аккурат за вот этим вот шоком. Магазин электроники. Дальше идет Соли плюс радиорынок. Нет, не плюс, просто Соли. Ну, в общем, радиорынок. Посад, хороший ориентир он у нас. Есть журавли. Высотки две. И там у нас железячный рынок, круглый рынок, вон он виднеется. Хороший тоже ориентир. Круглый рынок, рядом барахолка железячная и железячный же рынок. А этот компас, который космос, который построил Свифт, дом, который построил Свифт. Ну что, там у нас только то, что Фельдмана. Фельдман экопарк, останавливается бесплатный автобус аккурат возле него.